А вот уже, значит, в основании самой Чертовой горы, на самой границе, мы видим вот такие вот противопехотные, значит, противодемонические мины под Тополевик М1. Да, смысл, значит, в следующем. Демон отвлекает свой взгляд на яркую грибницу. В этот момент ему в башку летит ракета, демона нету. Ну вот как раз здесь вот подорвался в башку ракета. Противопехотная антидемоническая мина называется «Подтополевик М1».